можно будет через вот эту дверь нырять в снег. Можно там аккуратненько все свои вещички сложить. Далеко, да, от глаз посетителей. У нас коммунальные платежи не превысили 5000 рублей за месяц. Здесь мне в свитере уже достаточно жарко. Можно сказать, еще при этом отопление-то отключено. Недавно были праздники, у нас поместилось 18 человек. 17 человек. И собака. Красивый. Красивый дом. Красивые каркасные дома с большими панорамными окнами – это особенности архитектуры в стиле фахвер. Мы сегодня приехали в Тунашну для того, чтобы познакомиться с застройщиком, директором компании «Лайтстрой» Виталием Карасевым и хозяевами, которые в этом прекрасном доме в стиле фахвер живут. Приветствую, Виталий. Добрый день, Сергей. Какие особенности, вот так вот, если на вскидку, отличие от обыкновенных коттеджей и домов, которые в среднерусской возвышенности строятся? Основные особенности – это то, что у нас открытая балочная система, она добавляет определенную эстетику, и самое главное – это, конечно, большие панорамные окна, которые просто меняют уровень жизни. В России дома в стиле фахвер строятся уже там больше 10 лет, но мы улучшили конструкцию и закрыли клееный брус. Причем у нас не просто клееный брус, ЛВЛ брус, еще и дополнительно композитными панелями, которые не требуют никакого ухода один раз и навсегда. Есть определенные технические нюансы, которые диктует сама стилистика, но в целом можно разного рода дома и разной площади, этажности делать в этой стилистике одинаково красиво. Хорошо. Про этот, если будем говорить дом, его давайте параметры назовем. Этот дом 2 этажа. Вместе с верандой он занимает площадь на участке 11 на 11. Полезная площадь внутренняя отапливаемая дома 120 квадратных метров. Это 3 полноценные спальни, 2 санузла, кухня, гостиная просторная. И еще есть определенные нюансы, которые мы расскажем уже в доме. Внутри. Ну, вообще, нужно сказать, для дома с таким панорамным остеклением достаточно тепло. Да, этот дом в 2 раза теплее каменных. Мы постарались сюда заложить максимальную теплотехнику, чтобы люди экономили на отоплении. Угу. Ну, есть, наверное, какой-то узел, из которого исходит и тепло, и вода, и где все это дело, в общем, обеспечивает комфорт. Да, вы правы. Конечно, мы сейчас зашли в дом, это небольшая прихожая, хотя здесь вполне комфортно там раздеться там, 4-5 человек, гости, если пришли. И дальше у нас котельная, 6 квадратных метров, сейчас мы ее покажем. Сейчас мы в котельной, это 6 квадратных метров. Это помещение полностью удовлетворяет нормам для подведения газа в дом. Сейчас дом отапливается исключительно электрическим котлом. Также стоит бойлер косвенного нагрева для приготовления горячей воды. Дом отапливается только теплыми полами, радиаторов никаких в доме нет. Но самое интересное здесь — это приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Вот эта штука? Да, именно она. Это как раз агрегат приточно-вытяжной. Внутри стоят вентиляторы, стоит рекуператор, причем он там тройной. Он настроен на разные режимы работы, то есть когда дома никого нет, когда приехали хозяева, когда приехали гости, разные режимы. Но основной это нюанс именно в том, что он практически малошумный, то есть мы его сейчас не слышим. И рекуперация тепла – самая интересная вещь. То есть мы видим на приборе, что температура на улице у нас сейчас 3 градуса на входе, температура внутри дома 26. При этом после рекуператора нагрев идет до 20 градусов, не затратив вообще ни копейки электричества на нагрев воздуха. Это у нас первый этаж, основная гостиная, да? Да, все верно. Это кухня-гостиная. Здесь она совмещенная. Порядка там у нас 36 квадратных метров. Большая. Да, также здесь рядышком как раз при входе гостевой санузел, чтобы можно было далеко не ходить, помыть руки, там, сходить в туалет. Все это рядом, все это удобно, близко. За этой дверью у нас, как правило, гостевая комната, спальня. По проекту, по обычному. По стандартному проекту, да. Но в этом доме, по пожеланию заказчика, мы немножко изменили проект. И здесь у нас сауна с комнатой отдыха, с душевой, с помывочной, где можно приехать там, зимой в холодную погоду и хорошенько прогреться, получить удовольствие и в целом от пребывания в доме. Угу. Ну, она еще монтируется. Она еще, да, в процессе работы, то есть сама парилка еще будет доделываться, нарабатываться. А когда парилка будет готова, прямо из нее можно будет через вот эту дверь нырять в снег. Здесь, получается, 2 этажа. Да, это 2-этажный дом, и как раз интересная особенность именно 2-этажного дома, что на 1-м этаже можно сделать помещение
общественные, так скажем, то есть для гостей, где вот можно разойтись, разгуляться, да, а второй этаж уже больше там хозяйская приватная зона. Идем? Да, конечно, давайте поднимемся, посмотрим. Ну, здесь достаточно много пространства на втором этаже. Да, здесь три спальные комнаты, санузел, хозяйская спальня, две детские с панорамным остеклением, как раз, что для детей важно быть открытыми к миру. Гардеробная еще должна быть. Все верно, хозяйская спальня. Можно там аккуратненько все свои вещички сложить. Далеко, да, от глаз посетителей. И санузел уже с ванной или... Да, санузел второго этажа, здесь душевая кабина, ну и стандартное оборудование санузла. Тут тоже подогреваемый пол. На втором этаже тоже теплый пол, и как раз отличительная особенность наших домов, чего нет никаких других, то, что здесь на втором этаже тоже цементно-песчаная стяжка с теплыми полами. Причем стяжка достаточно толстая, мы делаем порядка 7 сантиметров, за счет этого мы убираем всю вот эту вот зыбкость и батутистость каркасного дома. То есть мы пополам здесь ходим, как в обычном кирпичном доме. Ну, здесь, собственно, видно достоинство фахверка, высокий, да, высокий потолок, и я заметил козырек достаточно длинный, для чего? Да, козырек принципиально отличается от обычных фахверков, мы его сделали специально длиннее, и это очень интересное решение, что в результате мы получаем зимой солнечные дни, это практически пассивный дом, он отапливается солнечным светом. То есть здесь сейчас отопление выключено, а в доме тепло более чем. А, потому что солнце ниже, и оно напрямую сюда попадает. Вы все верно подметили, да. А летом солнце идет гораздо выше, и этот козырек отбивает солнечные лучи прямые. Да, и второй этаж полностью не засвечен, не перегрет. За счет этого мы экономим на охлаждении летом. Круто. Я заметил особенность, что обычно в таких домах с панорамным остеклением вот здесь расположены радиаторы. Либо торчат, либо скрытые в полу, но тем не менее они есть. Да, вы правы, зачастую в похожих домах эти решения применяются. Но для нашего дома эти решения избыточны. Здесь вполне достаточно теплого пола для отопления. Никакого дискомфорта по сквознякам, там дует по ногам, там холод какой-то. Таких моментов нет. Мы даже специально приезжали в минус 36. А недавно было, кстати, да. Да, 7 января буквально, совсем недалеко. А никакого ни конденсата, ни уж говоря про то, что налить иней и так далее. Абсолютно сухо и комфортно. Ну, в общем, для скептиков у вас есть видео. Документально подтвержденный факт. Наконец, в этом огромном доме мы нашли хозяев. Антон, Светлана, Настя и где-то у нас еще Максим спит. Давайте расскажем зрителям, как пришла мысль переехать в частный дом и почему выбрали фахверк. Данное решение далось нам непросто. Выбирали много. Ездили, смотрели различные виды домов, но ни один вот из вариантов, которые нам удалось посмотреть, нашим требованиям не удовлетворял. А требования у нас были следующие. Мы хотели дом, чтобы он выглядел современно, чтобы он был энергоэффективный. Дом должен быть просторным. То есть, что мы смотрели, внутри много несущих конструкций, так скажем, какого-то единого пространства мы нигде не увидели, не получили. У нас условие было, это свет, много света должно быть в доме. И, так скажем, все за и против посмотрев, в итоге мы все-таки съездили в Москву на выставку. Да, мы были в Москве на выставке. Малоэтажного строительства, малоэтажная Россия она называлась. Мы вышли на фирму Lightstroy. В результате, так скажем, переговоров, разговоров, мы все-таки приняли решение о том, что мы будем строиться и строиться под ключ именно вот в этой компании. Если говорить про эксплуатацию дома, какие ощущения по расходам, по удобству, да, может быть, по каким-то появившимся там проблемам, если они есть? Дом получился энергоэффективным, как мы и хотели. У нас за февраль месяц на коммунальные платежи, ну, а в основном здесь электричество, мы отапливаемся электричеством, значит, электричеством у нас горячая вода нагревается, ну, плюсом все в основном сейчас электроприборы,
Пока что, да, хотя и здесь есть возможность подведения газа, и уже проект предусматривает возможность подведения газа, но даже на электричестве у нас коммунальные платежи не превысили 5000 рублей за месяц. Вот. Это как квартира в городе. Я полагаю, что это дешевле, чем квартира в городе. Вот. Ну, такой площади, конечно. Здесь полностью отопление за счет теплых полов. Это гидравлическая система, которая работает практически в автономном режиме. Поставлены современные контролирующие устройства. Вот. Мы выставляем нужный нам температурный режим в момент нахождения в доме. Когда мы не находимся в доме, мы выставляем более экономичные режимы. И, соответственно, дом в автономном режиме, это все работает. Мы приезжаем, когда всегда в комфортные абсолютно условия. Сейчас здесь мне в свитере уже достаточно жарко. Да, ну, да, и можно сказать, еще при этом отопление-то отключено. Ввиду того, что дом эффективный, дом не теряет тепло, да, дом даже более того аккумулирует тепло, необходимо предусмотреть условия для того, чтобы в доме был свежий воздух. И это мы реализовали, предусмотрели, спроектировали, реализовали приточно-вытяжную вентиляцию. На текущий-то момент, конечно, этого не видно. Вот у нас тут только диффузоры стоят в потолке, да? А на самом-то деле там огромная система таких больших, достаточно объемных труб идет, разветвлений, которые обеспечивают принудительное поступление свежего воздуха и вытяжку, так скажем, воздуха, который уже в помещении находился, через приточно-вытяжную систему. Данную вент-систему не выключаем даже в наше отсутствие. Она постоянно обеспечивает циркуляцию воздуха. Плюсом она имеет так называемую систему рекуперации, которая эффективно еще использует тепло, которое есть в доме. Она использует тепло вытяжного воздуха для нагрева воздуха приточного. То есть практически она работает, сама себя грея. Это какой-то уже... Умный дом 2.0. Ну, это да, поэтому я и говорил, что одно из условий было — это дом современный. Вот, и в данном вот проекте нам это, в том числе в аспекте вот вентиляции, нам это удалось реализовать. Светлана, ну от вас, как от хозяйки, тоже пару слов. Ну, с моей стороны было тоже требованием таким важным наличие двух санузлов. Гостевой санузел на первом этаже и наш просторный, большой санузел, куда можно и душевую кабину поставить, в принципе, можно было и ванную поставить. Вот, также большая площадь, где помещается большое количество людей в праздники. Вот недавно были праздники, у нас поместилось 18 человек. 18 человек. И собак. Тем не менее, это все компактно достаточно, и убирать это все не составляет труда. То есть все помещения нужные вместились в небольшом метраже. Ну и внешний вид, даже, в принципе, жители поселка подходят, рассматривают, спрашивают, что это за дом, где такие строят. Красивый. Красивый дом. Ну что, если честно, я впечатлен. Хозяева хорошо отзываются, да и мне после экскурсии дом зашел. Фахверк рулит. Приходите, Сергей, вам с удовольствием построим. Тем более, что сейчас есть интересные ипотечные программы от 3%, пожалуйста. Ждите скоро Сергея Муканова в Фахверке, как сельского жителя. 3% Орелла.